Окей. Так. Воу! А давайте проверим, сможете ли вы поставить лайк подбородком. Прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий, я смог или я смогла. Погнали! Нет, ребята. Ладно, всем привет, друзьяшки, новые гости, подписчики моего канала, добро пожаловать. Я вернулся, снова какой-то... О, ёпта. Я снова вернулся в какой-то подвал. Это подвал Слендерины. Ну что ж, пока что сейчас не время ныть, так что... давайте выйдем из этого подвала в целости и сохранности. Попробую сейчас я вам показать, как выйти отсюда. А вы будете за мной повторять и проходить тоже. Смотрите, мы вышли отсюда. Да, с вами профессионал играет, который сможет наложить кирпичи. Ладно. Да, наша цель это сбежать отсюда. Этот подвал очень стрёмный, очень страшный. Так что готовьте свои кирпичи, готовьте чаёк, печенек и садитесь поудобней. А мы сегодня посмотрим, что за это подвал. Так, наши двери все закрыты. Я не знаю почему, но... возможно, так и нужно. А пока что я никого не видел. Да, никого нету, но это хорошо. Это хорошо, потому что... я не хочу никого тут видеть. Так что убегаем. Так, тут закрыто. Тут тоже... А, нет. Это открыто. Ага, еще одна часть ключика. Так. Что за пыль? Ё-моё! Ты маленький засранец! Иди в задницу! Ладно. Маленький засранец, хорошо. Вы видели? Это сын Слендерины. Он бегает за мной. Он пукает и бегает за мной. Он не хочет отставать от меня. Я вижу ключ. Забираем. Тихо. Нет! У меня хорошо то, что есть жизнь. Так, бежим. Блин, маленький засранец. Он не хочет уходить. Так, у нас что-то есть тут или нет? О! Хопа! Я залечился. Ха-ха! Маленький дебильный тупица. Лысая башка, дай пирожка. Ладно. Короче, мы убегаем от него. Пока что Слендерина не вижу, походу... тут только этот маленький засранец пока что. Пока что. Это еще... это на время. А! Ёпта. Беги, пожалуйста. Открой. Да! О, боже мой. Ладно. Так, этот маленький засранец ушел. А пока что Слендерина нету. Походу, Слендерина исчезла. Маленький засранец сожрал ее. Да, ну ходят легенды, так не знаю. Смотрите! Этот маленький шпенник спит тут, это его место. Так, забираем мы ключ. Идем. А мы не обследовали там. Сейчас пойдем туда. А у меня есть еще один ключ. В принципе, мы можем... Опа! Здорово, лысая башка! Тихо, 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 тихо. Смотрите! Он ходит, смотрит. Блин, какой он стрёмный. Ладно, я использовал один ключ. Опа. Жизнь. Здорово, чувак. Как дела? В смысле? Что? Ты чё? Нет! Я беру жизнь, уходим. Блин. Это опасно, серьезно. Он маленький, он засранец, он бегает за нами. Он присит, он просит молочка, он хочет попить. А Слендерина не дает. Не дает ему молочка. Ладно, мы убегаем сюда. А наша цель, походу... Так, мы тут не были? Ага, тут есть жизнь. Тут есть жизнь? А мы ее не будем брать, походу, да? Наверное, не будем брать. Давайте мы ее оставим. А потом, если что, вернемся к ней. Сейчас мы пойдем на второй этаж. Тут есть второй этаж, получается, через эту сетку двери. Хопа! Здорово! Ха-ха! Так, тут ничего. Да, ребята, ходят легенды, то что Слендерина тут исчезла. Почему? А потому что маленький шпенник-засранец. О, это же квартира. Маленький шпенник-засранец ее сожрал. Так что эти легенды, возможно, будут настоящими. То есть, они реальные. Реальные легенды. Они все сбылись. Так,
У нас тут жизнь. Заберем. А эти комнаты тоже открываются. Да, тут коробки. Что, интересно, они хранят? Как вы думаете, напишите комментарии. Что хранит? А, ключик. Что хранят семья Слендерин в этих коробках? Очень интересно. Так, у нас тут Слендерина. Эта Слендерина похожа на Roblox Слендерину. А потому что она такая квадратная. Страшная. Вонючая. Так, забираем. У нас, в принципе, ключик уже почти собран. И это круто. Так. Туалетик. Давайте попукаем тут. Ладно, шучу. Чтобы этот маленький шпенник... Ёпта! Простите, ребят, я не мог... Что? Что это было? Забираем жизнь. Что это было? Нет. Ладно, тут дверь закрыта. Боже мой! Капец! Что за Слендермен? Так, у нас тут открываются. Сейчас приготовим Слендерине, маленькому ребенку, яичницу. Из какашек. Ладно, шучу. Так, у нас тут ничего. А, в смысле, а где... Где все мои... Ключики? За что? Да, ребят, тут какой-то Слендермен ходит. О, ключик. Забираем? А, да, я знал, что тут есть жизнь, но... Эту жизнь мы оставим. Оставим на потом. Так. Вот! Да, эту жизнь мы оставим. А пусть она стоит тут. И вы запомните, ребят, запомните, где она лежит. Мы ее оставим лучше, ну нафиг. Так, давайте пойдем сюда. Так. О! Это же ребенок ее! Смотрите, у нас жизни еще много. Круто! Так, у нас тут ключик, забираем. Ребеночек, кути-пути-пути. Блин. Ага, себе ути-пути, блин. Смотрите! Это же круговорот этого всего ужаса. Сороконожка, Анжела, Слендерина, Слендермен. А также паук и бабка Гренни. Хотя не, бабка Гренни нету. Ребята, они забыли про бабку Гренни. Так. О, смотрите, тут слышно, как разговаривает ребенок. Ладно. А, хорошо. Тихо. Чё это было? Он исчез. Так, эта дверь закрыта? Окей. У нас две жизни есть, это хорошо. А, в принципе, эти две жизни мы пока не будем тратить. Потому что они нам пригодятся. Очень сильно пригодятся. Хорошо. А, короче, наша цель... Так, что это было? Ой-ой-ой-ой, что такое? Что происходит? Воу-воу-воу-воу. У меня жизнь уходила просто так, вы видели? Так, давайте заберем жизнь. Никого не было, за что? Ладно. Окей. А нам, короче, нужно найти ключ. Еще один ключ. А пока что ее не вижу, ни одного ключа. За что, блин, такая фигня? Ни одного ключа нету. Так, мы это не открывали? Или она не открывается? А, вот он, ключик. Хорошо. Так, тут у нас ничего, да? А, отлично. Короче, идемте откроем эту комнату. Это комната ванная. А в этой ванной будет что-то интересное. Ключик. Последний ключик остался. О, я вижу ключ. Стиральная машина. Смотрите. Тут какая-то рожа. Или что это такое? Или там ребенок какой-то. Они держат кого-то. Тут странные семейка, блин. Вот это, конечно, странно. Ладно, у меня есть ключ. А давайте пойдем к спальне комнате и откроем ее. Ребят, тут на самом деле очень крипово, потому что... Ребят, хотели бы сюда попасть? Я не знаю, я бы не хотел бы, серьезно. Я бы не хотел бы, а потому что я бы обкакался бы на месте, наверное. Нужно было бы убирать за мной. Ладно, шучу. Так, смотрите, это же с другой части Слендерины. И эта семейка стоит, это дом, дом Анжелы. Они стоят, смотрят на нас, как мы убегаем. Капец, это реально крипово. Так, это ребенок Слендерины. Он такой стоит, кричит. А, мама, помоги! Нет, я не могу так жить.
Я хочу пукать. Ладно. Так, у нас... последняя часть ключа осталась. Но почему-то я не могу найти его, прикиньте. Настолько стрёмно. Ладно. Так, мы тут, в принципе, были. Да? А, мы тут были, да. А тут мы везде были. Смотрите, тут есть комната. Комната, которая не открывается. Да, нам нужно найти все ключики. Ключики, вот, всю часть ключика. Поэтому мы должны найти все частички, да. Частички. Так, запомни. О! Ты что там делаешь, Слендер? Ядрить и колотить, блин. У-ху-ху! Отлично! Окей, now I just find the safe. Сейф? Какой сейф? Какой сейф? Что? Какой еще сейф? Ладно. Походу, этот ключ от той двери. Давайте пойдем туда. Я открою эту дверь, и все, мы спокойно сможем выбраться отсюда. С этого ужасного домика. Ну, прикиньте, слендерины вообще нету. Как ни странно. Так, нету. Эта дверь не открывается. А! Нам нужно пойти вниз. А снизу будет... сейф. И в этом сейфе будет ключ от основной двери. А мы сейчас сделаем концовку, ребята. Вы готовы увидеть концовку? Это будет супер-мега крутая концовка. А сейчас мы пойдем к маленькому лысому пердуну. Поэтому сейчас мы должны его найти, открыть сейф и сбежать. Сбежать от этого засранца. Засранец маленький, гаденыш. Но, блин. Ну все, держись. Вау, слендерина появилась, что? Слендерина только сейчас пришла. Она что, пукала там в туалете? Или что, блин? Я не знаю. Так, у нас тут ничего? Да, у нас тут ничего. Маленький шпенник и ходит. Нет! Не бегай за мной. Я не хочу с тобой дружить. У меня есть друзья. Нет, не сюда. У-ху-ху! Тихо. Бежим. Ладно. Короче, наша цель найти сейф. Но я не могу его найти. Ладно, мы будем искать. Ничего, Адор, держись. Ничего страшного. Держись, Адор. Держись, сказал. Ты сильный. Нет, я сейчас обосрусь. Нет, тут нет выхода. У-ху-ху. Тихо. Сейф! 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 Ключ! А! Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Жизнь уходит. Ой-о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 й! Что происходит? Воу-воу-воу-воу! Я трясусь! Нет! Это книга! От чего она? Лысый, ты до сих пор со мной ходишь? Зачем? Хопа! Ха-ха! Лох. Так, у нас есть книжка! Зачем она вообще нужна нам? Пожалуйста, главное не умреть. У меня тут жизнь была где-то. Давайте заберем жизнь вот тут. Так, забираем. А что интересно, если я буду... Вот это! Какого? Выпустите! А что интересно, если я буду... просто ходить? Просто вот ждать землетрясения, пока она пройдет. Блин, это будет крипово, на самом деле. Это будет реально крипово. Так, в этой комнате ничего. Идемте туда. О-ха-ха! Ёпта! Вот это да! Окей. Так, так. Вау! Чего, блин? Я хочу выбраться! Выпустите меня отсюда! Семейка злых тупых мразей! Извините за выражение. Так. Dear Diary. It has been a great day today, but I'm starting to feel dizzy and nauseous now. The weekly family went to the park and feel weather was wonderful. Mother was in extra good mood, which does happen that often. When we come home, she cook the dinner. So stays a big word, but didn't dare to say anything. Father looked pale and had to die down strange after dinner. I can hear him in the other room. The pain. I'm feeling even worse now. I head spinning. Короче,
1892 год? Ничего себе! Вот это да! Короче, ребята, эта слонарина пишет, я чувствовала, как этот какой-то непонятный злой монстр находился в этой какой-то комнате, и тут какая-то реклама. Зачем она мне нужна? Какой-то маленький милый кабанчик. Ну ничего, эта слонарина, короче, она слышала, как в какой-то комнате находился это ее папа, и, короче, они хотели поужинать, ничего не получилось, и так далее. Но это жуткая история, ребята. Я думаю, вам понравилось. Давайте поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И, ребята, если вы хотите продолжение, наберем 3000-4000 лайков, и я продолжу. А также напишите комментарий, какую часть слондарины мне пройти. Или какой-нибудь хоррор. Все, всем удачи, всем добра, всем спасибо. И всем пока. Думаю, вам понравилось. Это была реально увлекательная серия. Всем пока.